Да. Сейчас я вам покажу чуть мультик один. И сейчас я вам кое-какую песню спою. Ну, не спою, а вот прохлопаю. Готовы на мультик мой погнать, да? Только не длинный. Я не знаю, какой он будет, как собаки решат. Всем привет! Я на Лина ТВ снимаюсь. С вами снова я, собака с ошейником. Вы это знаете? Да, все собаки с ошейником. Сказал гонщик. Все. Правда? Веселая собака хочет спеть песню. Да не надо нам твои песни. Отвечайте. Да, нам эта песня уже надоела. Все, 100 раз. Веселая собака. Да ну эту песню. Пойдем отсюда. Пошли от этой группы Бабибел. Что мне делать? Спою эту песню к ребятам. Ребята, хотите я вам спою мою песню? Да мы уже слушали эту песню. Уходи отсюда! Сейчас я его прогоню! А-а-а! Как вы страшный! Еще чего ходит? Ну пошли-ка отсюда, а здесь веселая собака бегает. Эй, а ты чего ходишь какой-то, малыш? Можно мне искупаться в водичке? Я вообще собрался купаться. Ну, осторожней будь. Нет, в воде нельзя. Ты слишком мал. Уходи отсюда. Ребятки, с вами снова я, Гонщик. Гонщика мы видели тут уже. Еще скажите, малыш сейчас подойдет. Привет! Я малыш, котенок. Я уйду отсюда. Мне уже пора работать. Ребятки, пока! А теперь мы будем сниматься. Попью соку. Эй, уходим отсюда. Нам не нужны тут какие-то непонятные штуки. Хотите? Хотим. Собака сидела во дворе. Она плавала в бассейне. Она очень добрая и хорошая была. Гав-гав-гав, ап-ап. Мой стих понравился кому-то? Очень. А я уйду отсюда. Я же собака-жена. Ой, что ж мне делать? Я боюсь. Здесь такая лава уже плавает. Да? Про лаву это уже было в прошлый раз. А вы помните серию «Собаки и лава»? О, по-моему, лава натекает. А, нет. Лава! Кто сказал лава? Правда? Ой, кто-то пошутил надо мной. Не надо мне таких шуток тут, да? Ой, а как мне отсюда слезть? О! Я поеду отсюда. И еще чего мне надо тут делать? И потом на Лина ТВ пришел Крепыш. Ой, я поиграю на этой базе. Так. Подождите. Мы не будем заканчивать еще. У нас еще там Крепыш что-то будет. А уже пора заканчивать. Так, все, ребята, мы прощаемся. Заканчивайте. Лай, на гонки пошли.
еду на своей машине к ребяткам. Так, ребятки, я ухожу в новый дом Селест. Ну, может, уже и пора прощаться. Подождите, сейчас я вам кое-что хочу приехать и спросить у вас. Ребятки, вы не подписались в комментариях? Если не подписались, подпишитесь, пожалуйста. Нам это очень понравится. А лучше так. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Потому что комментарии оставляют, а подписываются на канал и ставят лайки. Сейчас Дракоша вам стих расскажет. Все, спасибо. Подождите, сейчас будет летящая собака.